Движение полностью перекрыто. Направление столичного шоссе. Полностью все заблокировано. Полиция и медики пока не дают комментариев, потому что все сейчас заняты, все сейчас не могут пока ни комментарии, ничего. Все оградили лентой. Вон люди уже порвали вашу ленту. Люди уже разорвали ленту, все хотят сюда пробежать, пройти. Все выгорело полностью, фуры. Стоит, работает на месте служба пожарных, служба скорой помощи и также патрульная полиция Киева, Голотеевского района. А кто это за часть последняя пишет? Что это? Ага, это мотор от...